Привет, друзья! Добро пожаловать в Иваново. Мы с вами отправляемся на матч заключительного 18-го тура Леон второй лиги А в дивизионе «Серебро». Местный текстильщик на своем домашнем одноименном стадионе принимает белгородский «Салют». Матч, в котором решится судьба ивановской команды по ходу этого сезона. Ну а мы начинаем, дамы и господа. Текстильщик «Салют». Смотрим, что нам обе команды покажут. Чисто в белой форме «Салют». Красно-черный, традиционный для себя цветах. Кто еще будут те две команды, которые попадут в серебро? В общем-то, вопрос открыт. Первый момент. Мяч вдоль ворот Кирилла Кашиутова туда-сюда летает. Добивание. И здесь ничего, по сути, опасного. Подачу мягчайшую делает. Отскакивает мяч к Евсееву. И это очень высоко. Это прям туда, в район Белобаев. Тоже туда подключается с фланга подача. В сторону Дегтева. Ух ты, перекладина. После этого эпизода давайте смотреть. Калин из Рязани. Через Раменского он добрался до Академии Динамо. Момент, чтобы счет открыть. Но здесь мяч каким-то чудом, как мне кажется, просто в ворота не залетает. Тут пойдут сейчас карточки. Подача. Ух ты! Это даже не подача. Это чудо чудное какое-то. 1-0. Сухой лист. Алексей Евсеев. Сумасшедший гол. 1-0. Сильный перевод вперед от Данилы Калина. Здесь всеми правдами и неправдами за мяч текстильщик зацепился. Никита Семдянкин, даже до удара дело дошло. Сколько серьезно сегодня все не рискуют, все не торопятся. Еще момент, второй можно здесь забивать. А на Семдянкина покатите, Евсеев, это высоко. Ивановского текстильщика был, чтобы забить. Ну, конечно, нужно было на Семдянкина катить. Данилин просто не поднял голову, не увидел. И, в принципе, результат, который так или иначе. Текстильщик очень-очень устраивает. Максимчук врывается в штрафную. Передачи. И здесь сантиметры какие-то. Даже, наверное, миллиметры просто. Смотрите, как это было здорово. Максимчук залетает в штрафную. Прострел вдоль ворот. Попытки здесь замкнуть. Ну и вот чуть-чуть Желтиков там... Нужно, конечно, игру чуть-чуть подуспокоить, наверное. Но сейчас хороший момент. Алексей Скворцов. Но мы с вами... Еще раз посмотрим. Здесь очень здорово Семдянкин включился. Но Алексей Скворцов лучший бомбардир своей команды. Активнее они атаковали, конечно. И удар хороший. Григорьев здесь в игру включается. Вот, пожалуйста, текстильщик. И позволяет не смотреть на параллельные матчи. Алексей Скворцов выходит к воротам Кашиутова. Подача. Отличный удар. Алексей Евсеев. Момент на дубль был сейчас хороший, но высоковато мяч полетел. Спокойно мы за происходящим наблюдаем. Хорошая атака текстильщика. Данилин может забивать. 2-0. Изумительная атака. Бильярдный розыгрыш. И второй от текстильщика залетает в ворота белгородского «Салюта» Максим Данилин. Классный гол. Все здесь не был ли в офсайде Евсеев, конечно, хороший вопрос. Скворцову до мяча дотянуться было нереально. Ну а вот Максим Данилин спокойно, гроссмейстерски, абсолютно добежал, пробил, забил. Красота. 2-0. Очень нравится то, что текстильщик показывает. Не хватает просто порой стабильности. Хороший угловой. Кстати, очень и очень хороший угловой. «Салют» пишет, что это они просто фору дали. Ничего себе. Ух, момент какой. Рядом со штангой мяч летит. Снова очень неплохо. Белобаев к атаке подключается. Тут сейчас посмотрите, как Кашутов не лучшим образом играет. Алексей Евсеев. Слушайте, ну это матч имени Евсеева сегодня. Это матч имени Евсеева сегодня. Дальше, конечно, исправился за ошибку. Классный прыжок. Великолепно. Стешин. Стешин сам идет. Месси в него стелился. Вселился. И третий. И третий. Месси, Стешин. И гений Елисеев. Вот, посмотрите. Че удумал просто вообще? Что за тигр? Что за тигр? Этот Стешин. И покатил на Елисеева какую передачу. Сохранил. Ой, болельщики еще и звездное небо делают. Красота на трибунах. Момент. Григорьев свою команду спасает. Сейчас
Ручка вместо Бояркина. Соответственно, Евсеев 4-0. Алексей Евсеев. Первого круга. Ну, вот опять, что тут Семейкин корпус хотел поставить или что? Ну, как-то странно они с Кашутовым здесь играли. Кашутов тоже. Ну, как-то все это... А ладно. 4-0. И судьи даже ничего не добавляют, заканчивая этот матч и заканчивая этот сезон. 4-0. Ивановский текстильщик таким образом сохраняет место в дивизионе «Серебро» на следующий сезон «Леон» второй лиги А. Белгородский «Салют» прощается с «Леон» второй лигой А, отправляется в «Леон» вторую лигу Б.